Ну вот, получается, немножко укоротил свою систему, снял вот эту толстую трубу с кранами. Но бочка заполнена почти полностью. Вот, открыл, поставил трубочку, десятку, чтобы посмотреть. Сейчас я переключу камеру. Поставил трубочку, десятку, видите? Вот, открыл кран запорный. Получается, этот кран у нас закрывает выход из бочки. Еще я видел, что вот эта трубка была как-то заполнена и удлинена вот на такую высоту. Сейчас я проверю, сейчас заполню все это дело. Но суть, смотрите, в этом, что вот он, уровень воды поднялся. Трубка была пустая, полностью пустая. Соответственно, воду он поднял, вот эта бочка подняла на сколько? Ну, примерно метра на полтора от земли. Значит, система работает. Правильно получается? Но смотрите, вот, вот вода. Осталось чуть-чуть. Чтобы это чуть-чуть сделать, сейчас можно, конечно, чуть-чуть слить воды здесь. Так, не поднимается. В принципе. Так, не хочет. Вот, замер, видите? А можно поставить шланг потоньше, более тонкого диаметра. Допустим, это десятка, поставить шестерку, шестерка будет заходить. Так, или поставить бочку выше. Но сейчас еще поэкспериментирую. Поставлю сюда трубу, залью все это полностью водой. И на трубу надо поставить еще заглушку. Это какой-то демпфер будет. Не знаю, как она работает. Вот. Но это меня уже радует. Что, допустим, вот эта бочка, вот сейчас, в данный момент, вот этим шлангом, она сможет поднимать вот отсюда, снизу, воду. Интересно. Интересно. Можно сделать вечный двигатель. Да. Будет вода. Получается. Ой, про вечный двигатель не будем говорить. Но это я так. Получается, здесь какая-то емкость с водой. В нее с этой трубы вода попадает обратно. И происходит... Происходит оборот воды. Ставим маленькую турбинку. И все. И получается электричество вечное. Да. Ладно, сейчас продолжу опыты. Подсказывайте, кто там что знает.